إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, продолжаем чтение تفسير سورة الكهف. И мы, альхамдулиллях, по милости Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, если вы обратили внимание, дошли до последней уже страницы. То есть вот последняя страничка осталась. Здесь есть сура. И последний аят, на котором мы остановились, это были слова Всевышнего Аллаха. «Ва таракна баъдукум яума йаджу ямуджу фи баъд». Мы его еще не прочитали. Это 99-й аят. Он будет разобран сегодня, иншаллах. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ва таракна баъдукум яума йаджу ямуджу фи баъд». И мы оставили их, или же мы оставили от них, из них, хлынуть на других. Или же одни из них захлынули на других из них. Далее Аллах говорит: «Вануфиха фиссур», и будет продуто в рог, «фаджамаанахум джамаа», и мы соберем их великим сбором. Примерно такой перевод этого аята. وَتَرَقْنَا بَعْدُهُمْ يَوْمَ يَذِي يَمُجُ فِي بَعْدُ. Аллах говорит: и мы оставили их в таком положении, что одни из них захлынывали на других. Ямуч. Слово ямуч, вам, наверное, знакомо слово мауч. Что такое мауч? Волна. Волны. То есть как одни из них были как волны на других наслаивались. О ком речь? О ком речь? Предыдущий аят, о ком мы говорили? Яджуч-Ваджуч. Вот этот народ. Одни из них говорят, что или мы позволили одним из них хлынуть на других, или захлынуть на других. Вануфиха фиссур, и будет продуто в рог, фаджамаанахум джамаа. Шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин, рахимахуллаху та'аля, объясняет эти аяты, говорит: «Ватаракна ба'духум яума иди ямуджу фи ба'д». И мы оставили одних из их числа в тот день ямуджу фи ба'д, то есть хлынуть на других. Аль-муфассируна аллазина раиту каламахум якулун. Шейх говорит: те толкователи Корана, слова которых я встречал в толковании этого аята, говорят: яума идин, то есть в тот день, яни иза хараджу сара ямуджу ба'духум фи ба'д. В тот день имеется в виду день, когда они выйдут, когда вот эта стена будет уже разрушена, и они выйдут, этот народ, к людям, то в этот день их будет настолько много, что они что? Нахлынут друг на друга. Или же будут захлынивать, имеется в виду, ну сейчас я скажу, с людьми. Саммахталяфу фимана ямуджу ба'духум фиба. То есть день, когда будет раскрыта эта стена, которую залил кто? Зулькарнейн. Рахмат ислам. Курсата древа воробля. Не видели. Зулькарнейн, который залил. Хорошо, чем залил, ислам? Медью. Какой? Жидкой, плавленной. А что он залил медью? Доски? Нет. Бумажки? Нет. Мусор? Нет. Металл. Балки металлические, да, большие? А кто их туда? Как они там оказались? Народ металл. Вот эти люди, которых Зулькарнейн встретил, они что? Собрали вот это... Где они? Куда собрали? Просто горку или где? Они собрали в ущелье. Да, ущелье между двумя горами, заполнили полностью вот этими балками, затем Зулькарнейн их залил. Для чего? Чтобы Аджуч не могли к ним пробраться. Так же? Почему они этого боялись? Потому что Аджуч и Маджуч сеют на земле порчу. Порчу, ахсант. И мы сказали, что они сделали, кого попросили? Зулькарнейна. А он кем был? Какие-то отличительные черты были у него? Или вот такой же обычный человек был, как мы? Даровал? Да, даровал. Что? Великую власть.
Так, Зуль-Карнайн, почему Зуль-Карнайн? Обладатель двух чего? Двух, есть так сказать, властей над Западом и над Востоком. Или от Запада до Востока все это было в его владениях. То есть был великий такой человек, Таин. В тот день, когда они выйдут, Яума Идин, то есть в тот день, когда они выйдут. Аллах говорит, «Ва таракна баъдахум Яума Идин». Яум – это день. Вы знаете, все знаки Яум, Яумуль-Джум'а, пятничный день. Яума Идин, то есть в тот день. Запомните, в Коране во многих местах приходит. Яума Идин, имеется в виду в тот день. Мафхум? В тот день одни из них хлынут на других. И ученые что? Разногласия. Что значит хлынуть друг на друга? Халь махнаху аннаху ямуджуна маханнас. Имеется в виду то, что они смешаются с людьми, вместе с остальными, выйдут и смешаются с остальными людьми, со всеми. Ау ямуджу ба'духум фи ба'д. Ятадафауна индаль хуруджи минассад. Или же имеется в виду то, что они хлынут друг на друга, когда начнут протискиваться, желая выйти вот с этой щели, в которой они, то есть, ежедневно делают что? То есть, мы сказали, ученые разногласят между тем, что имеется в виду хлынут друг на друга, имеется в виду хлынут и, грубо говоря, растворятся среди людей, то есть со всеми людьми, или же между собой, то есть друг на друга нахлынут, когда будут пытаться протискиваться, как-то толкаться вот в эту щель, чтобы выйти из этой преграды, которую Зуль-Карнайн залил. وَإِذَكَنَ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ وَتَرَكْنَ بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِنَ يَمُجُّ فِي بَعْضٍ يَعْنِي بَعْدَ السَّدِ. То есть, и, да, некоторые ученые сказали то, что слова Всевышнего Аллаха, и мы оставим их так, что они хлынут друг на друга в тот день, имеется в виду за этой преградой, после этой преграды. Сорухум бианфусихим ямуджу бадухум фибах. То есть будут толкаться тесниться, мы сказали, друг с другом. Друг на друга, имеется в виду яджуч, на мою джуч, короче, друг на друга будут. Фанькяна ахаду някуль бихада, если кто-то так и говорит, фахуа акрабу иля сияк иль ая. Оно как бы по смыслу, ну, этот смысл ближе к явному контексту аята, то есть так как аят сказан. Лякинна ляди райтуху аннахум ямуджу бадухум фибах, яни ида хараджу. Однако то, что говорит, видится мне, как шейх ибн Усеймин говорит, то, что хлынут друг на друга, имеется в виду после того, как уже выйдут. После того, как выйдут. وَتَرَقْنَ بَعْدَهُمْ يَوْمَ إِذِينَ. И мы сказали, وَتَرَقْنَ بَعْدَهُمْ يَوْمَ إِذِينَ. И мы оставим одних из них в этот день. يَوْمَ إِذِينَ. Вот этот танвин в слове يَوْمَ إِذِينَ называется танвин عِوَدْ عَنِ الْجُمْلَ. Вот эти танвины «ан», «ин», «ун», которые вы знаете, танвин, у них они разные бывают, и у них у каждого свой смысл. В данном случае, вот яума идин, хина идин, вот те танвины, которые приходят вот в этих словах, они заменяют собой целые предложения. И поэтому шейх здесь объясняет, говорит, яума идин, эй, яума ид юриду Аллаху азза ва джалля хуруджахум. То есть в тот день, имеется в виду, в день, когда Всевышний Аллах пожелает, чтобы они вышли. Вот если уже это упоминалось, тогда, допустим, смотрите, Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Иза зульзилят ль арду зильзалаха, ва ахраджат ль арду аскалиха». Знаете, да, смысл примерный? «Ва ахраджат ль арду аскалиха». Дальше. «Ва кала ль инсану ма лаха, яума идин тухаддису ахбараха». Яума идин. Вот это «ин» танвин имеется в виду «яума идз». زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها تحدث أخبارها. Земля, вот, чтобы вот это все не повторять, арабы просто танвин поставили, но этот танвин несет в себе смысл вот этих предыдущих предложений. И то же самое здесь, когда говорится, وَدَرَقْنَ بَعْدَكُمْ يَوْمَ إِذِينَ. Вот это «ин» целое предложение в себе несет. Какое? Вот шейх ибн Усеймин растолковал его, расшифровал. Говорит, «Яума ид юриду Аллаху азза ва джалля хуруджахум». День, когда Всевышний Аллах, в тот день, имеется в виду день, когда Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, пожелает, чтобы они вышли оттуда. Таиб. Нуфиха фиссур. Дальше в этом же аят сказано, и будет продуто или будет сделано дуновение в рог. Продуются в рог.
Ваннафиху Исрафиль. Тот, кто продует в рог, это Исрафиль. Вот это фиаль нуфиха. Нуфиха. Его ученые в арабском языке называют аль-фиалю мабниюн лима лам юсамма фаилюху. То есть, если не ошибаюсь, в русском называется страдательный залог. То есть, действие страдательного залога или глагол страдательного залога. То есть, где не говорится, не упоминается действующее лицо. Вот, допустим, то, как мы привыкли в строении предложения. Халяка Аллаху аль-инсана. Создал Аллах человека. А можно сказать, хуликаль инсану. Был создан человек. Какая разница между первым и вторым? Действующее лицо не упомянуто во втором. Почему не упомянуто? Разные есть причины этому. Либо, что неизвестно оно. Допустим, предложение. Сарака аль-лиссу аль-хида. Украл вор обувь. А можно сказать, сурика. Сурика аль-хида. Была украдена обувь. Мы не знаем, кто украл, поэтому мы не можем упомянуть и выставить действующее лицо того, кто сделал это действие, это грабеж, воровство. Поэтому мы говорим сурика. А может быть наоборот, когда и так все знают. Халяк Аллаху линсана. Хулик аль-инсана. Был создан человек. Все знают кем? Аллахом. Субханаху ва тааля. То есть иногда наоборот. Настолько всем известно, что нету как бы пользы в упоминании того, кто это сделал. И вот здесь строение слова такое же. Нуфиха. Нуфиха. Помните, я же вам приводил. Сурика. Хулика. Нуфиха. То есть, и будет продуто в рог. И будет продуто в рог. Кем? Вот шейх объясняет. Раз не упомянуто действующее лицо, шейх сам объясняет. Говорит, аннафих Исрафиль. Тот, кто продует в рог, это Исрафиль. Ангел, которого зовут так? Исрафиль. Ахадуль малайкатиль кирам. Один из почетных, благочестивых ангелов. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَفْتَتِحُ صَلَاةَ اللَّيْلِ بِهَذَا الْإِسْتِفْتَحِ. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, свои ночные молитвы начинал с этой мольбы. То есть мы привыкли молитвы начинать с какой мольбы? سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ تَكْتِلَ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَعَدْتَ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ и так далее. Однако ночные намазы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, использовал в них другое дуа. Прибегал к Аллаху с другими мольбами. И мы говорили, в чем мудрость этого. В чем мудрость этого? Да. У нас в некоторых местах в молитве приходят разные дуа. Иногда так делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Иногда вот так делал. Почему? В чем мудрость? Чтобы обновлять свое намерение, чтобы оно было более свежим. Намерение или... Чтобы да, как мы сказали, чтобы это не стало какой-то рутиной. Когда ты одно и то же делаешь, одни и те же слова просишь, ты уже перестаешь задумываться над их смыслом так глубоко, как если бы ты заново их обновлял и говорил, как сказал, обновлять, или чтобы это не превратилось в привычку какую-то. Верно, вот такая цель тоже. И поэтому мы точно так же, допустим, ночные намазы, там уже другое два просим, дабы что более глубоко поразмыслить, задуматься над ними. И вот пророк, алейхиссаляту вассалям, как это передается в сахих имам Муслима, просил дуа, говорил: «Аллахумма рабба Джибриля ва Микаила ва Исрафиль». «О Аллах, Господь Джибриля, Микаила и Исрафиля». Упоминал имена трех этих ангелов. «О Аллах», обращался к нему и говорил: «О Аллах, Господь Джибраиля, Микаила и Исрафиля, фатир ас-самавати валь ард, создатель небес и земли, алим аль-гайби ва ш-шахада, ведущий тайное и скрытое. Анта тахкуму байна айбадика фима кану фихи яхталифун. Ты тот, кто рассудит между твоими рабами в том, в чем они разногласят. Ихдини лимахтулифа фихи миналь хак би изник. Так веди же меня прямым путем в том, в чем есть неясность или в чем разногласят люди из истины, по твоему велению. Инна катахди мандашау иля сарату мистахим. Ведь ты ведешь прямым путем того, кого захочешь, наставляющего на прямой путь. Хауляй салататуль малайка ликирам. Вот эти три имени, которые упоминал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в этом дуа, это ангелы. Кто был упомянут? Сам? Микаиль. Исрафиль первый? Джибриль. Джибраиль, тоже правильно. Джибриль, тоже правильно. Куллю вахидин минхум муваккалин бима фихи аль-хаяа. Если мы задумаемся, шейх интересно подчеркивает, все эти три ангела, им было поручено что-либо, связанное с жизнью.
что-либо связано с жизнью. Джибриль муаккалю бима фихи хаятуль кулюб. Джибриль, алейхиссалям, ему было поручено то, что связано с жизнью сердец. То, что оживает, оживляет сердца, это что? Откровение. Откровение оживляет сердца. Поэтому мы не раз уже говорили, то, что роль откровения в теле человека, что ли, если так можно сказать, роль откровения в жизни человека подобна сердцу в теле человека или подобна душе в теле человека. Именно поэтому Всевышний Аллах во многих местах откровение называют душой. Вот Коран назван арабским словом «рух». Аллах Субханаху ва Тааля говорит «юназилю л-малаиката бир-рухи мин амрихи». Не спосылает ангелов с душой? Нет, с откровением имеется, с Кораном, по его велению. Почему? Потому что точно так же, как душа играет огромную роль в жизни человека, придает, вообще жизнью наделяет тело человека, вот точно так же откровение наделяет что? Жизнью сердца человека. Откровение наделяет жизнью, начинает сердце жить, оживать, когда в ней есть что-то из откровения. И как же скверное положение тех людей, которые заменяют откровение Всевышнего Аллаха на какую-то музыку и тому подобные вещи, которые являются запретными. Нашиды и так далее. Некоторые говорят, ну я просто в машине пока еду, вот слушаю и так далее, там радио включил, или музыку какую-то, или диск, или флешку. А что тебе мешает слова Аллаха включить? Если ты мусульманин, если ты говоришь, что ты любишь Аллаха, слушай речь Аллаха. Ну я же вот тут только 5 минут. 5 минут, значит, музыку, речь шайтана слушать ты можешь. А речь Аллаха не можешь? Кто еще там шайтан, вопрос? Стоит. То есть Джибриль, алейхиссалям, ему было поручено то, что связано с жизнью сердец. Мафхум, да, почему? Микаил бимафихи хаятун набат ваху аль-катр. Микаилю было вменено в обязанность то, что связано с жизнью растений, природы, природные явления, все, что жизнью, то есть с их жизнью связано. Ваху аль-катр. То есть дожди, не спослать и так далее. Вассалису Исрафиль. Третий же ангел Исрафиль, бимафихи хаятун нас. Ему было поручено то, что связано с жизнью людей. Айндаль бас. Когда они воскреснут. То есть он по велению Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля управляет, если так можно сказать, жизнью людей. То есть это не ангел смерти, а жизнь всех людей. Перед воскрешением. Перед их воскрешением. Как, в чем это проявляется? Янфуху фисур нафхатэйм. Потому что ему было поручено продуть в рог дважды. Аль-уля фаза'ун васа'ак. Первое дуновение, дуновение ужаса и поражения. То есть, которое вселит ужас в сердца всех людей. То есть, содрогнутся все люди от ужаса и поразит их. То есть, либо убьет, либо без сознания они все падут. Валя юмкину л'ан аннудрика азамата хазан нафх. Сейчас мы не можем полноценно осознать, насколько весь ужас вот этого дуновения. Первым дуновением будет дуновение ужаса и поражения. И мы сейчас не можем этого представить. Мы не можем представить все величие вот этого дуновения. Нафхун тавзауль халаяк минху ватасаку ба'базали. То есть дуновение, которое сначала придаст ужасу всем творениям, а затем что вообще убьет их. Куллюхум ямутуна илля манша Аллах. Все помрут, кроме того, кого пожелает Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Лишит таки хазан нафх. В чем была причина? Из-за вот настолько сильно это будет дуновение, когда же шейх привел пример в лекции и говорит, представьте, что вот сейчас резко, говорит, если выстрелят пушку или что-то стрелять начнут, все же содрогнутся. Да? Вот резко, вот ты сидишь спокойно, альхамдуля, слушаешь, там все так же идут, бум, что-нибудь. Случается сразу же, все же кто-то подпрыгивает, кто-то просто дергается, так ведь, в зависимости. А здесь настолько сильный будет фаза, то есть вот этот ужас, что люди даже что упадут в обморок, скончаются. То есть по причине вот этого сильного, этот же умер от страха, умер. Вот, то есть здесь это реально, это бывает, то есть это медицина доказана, то есть человек может так испугать, что он даже может скончаться от этого. Вот так и есть. Вашиддати вакрахи, то есть настолько это будет сильно. Ма юмкину ан натасаввара, лианна ан-нас
Яфзаун. То есть это даже мы не можем этого представить. Люди, то есть все будут в ужасе. Более того, в ужасе будут даже те, кто на небесах и на земле. Затем они падут, либо в обморок упадут, либо скончаются. Аллаху Акбар. Шейх говорит, Аллах велик. Шейун Азим. Действительно, великая вещь. То есть дуновение ангел. И вот как пророк, саллаху алейхи вассаляму, говорил. Говорит, как люди могут смеяться? Как люди могут смеяться, развлекаться и так далее, в то время как Исрафиль, говорит, уже поднес рог к своему, только ждет веления Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы продуть. То есть вот судный день уже близок. Об этом не думать. Ихтарабат исаату аншакка аль-камар. Так же Аллах говорит. Вот час он близок, приблизился уже. Уже раскололась луна, уже сколько знамений было. Ихтарабат исаату аншакка аль-камар. Так, еще раз. وَيَرَوْا آيَةً يُعْرِضُ وَيَقُولُ هَذَا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. На. Пригодилось, да? Алхамдулилля. Не зря учили. Алхамдулилля. طيب. Это первое дуновение, говорит шейх. كُلَّمَا يَتَصَوَّرَهُ الْإِنْسَانِ يَقْشَعِرُّ جِلْدَهُ مِنْ عَظَمَتِهِ وَهَوْلِهِ. Каждый раз, когда человек это представит, мы сейчас просто пример сказали, с пушкой или с чем-то такое громкое, если что-то это. Да, а представьте такое дуновение, в котором все скончается. С каждый раз, когда человек, если поймет истинность этого и представит, насколько это страшно, то что съеживаться будет его кожа от страха, от величия этого и от этого ужаса. А на вхату стане второе дуновение. Якулю Аллаху Азза ва Джалля, Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит, описывая его, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. А затем будет продуто фихи ухра. Что значит ухра? Другой раз, еще раз, повторно. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. И вот ты видишь, как они уже стоят, воскресли, стоят и смотрят. النَّفْخَةُ الثَّانِيَ يَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ. После второго дуновения люди выйдут из своих могил. Ахья живыми, оживут, снова оживут, ожившими выйдут, и анзуруны будут смотреть. Что смотреть? Мада хадас, что дальше будет? Что дальше будет происходить? Ли анна аль-аджсар фил кубур, потому что тела в могиле, кто-то может сказать, но тела же тлеют, так же ничего же не остается там. Человек говорит, ли анна аль-аджсар фил кубур, но тела в могилах, юнзилю Аллаху Тааля алейхи матаран, Аллах Субханаху ва Тааля ниспошлет на них сильный дождь. Матаран азиман. И затем они вырастут снова в земле, опять приобретут вот этот совершенный облик, который у них был. То есть и после того, как они снова обретут этот совершенный облик, будет продуто еще раз в рог. Какой далиль на то, что будет дождь? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил в хадисе, который приводит имам аль-Бухари, также имам Муслим, сказано в нем. عن أبي هريرة رضي الله عنه شيخ صنفخ приводит от Абу Хурайры передается как Абу Хурайру звали? Нет, не переводится как Абу Хурайра, а имя его как было? Вот допустим у тебя как зовут папу? Так-то и так-то, так же. Но он же кто? Абу Ислам. Так? Ну Абу Ислам у него в паспорте написано, не написано Абу Ислам. У него же имя есть, так же? Вот Абу Хурайра тоже, он Абу Хурайра, но у него имя есть, только... Абдурахман. Абдурахман. Абдурахман ибн кто? Скала. Скала. Вспоминай, как будет скала. Сахр. Абдурахман ибн Сахр. Абдулла кто это был? Абдулла ибн Усман. Абу-Бакр. Абу-Бакр был Абдулла. Абдулла ибн Усман. Абу-Хурайра был Абдурахман ибн Сахр. Запомнили? Сахр. Записали? Запишите. Абдурахман ибн Сахр. Сахр. Ну, некоторые говорят, Абдурахман ибн Ганам. Ну, то, что это известно. Абдурахман ибн Сахр. От него передается хадис. Он говорит, «Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям». Сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. «Ма байна нафхатайн арбаун». Сказал, между двумя дуновениями будет 40. «Каля арбауна яуман». Тут его спросили. 40 дней. «Каля абайт». Сказал, я воздержался от ответа. Отвернулся, не отвечал. Каля арбауна шахран. Я спросил, 40 месяцев?
قال أبيت. Сказал, я не ответил. Воздержался ответ. Кала арбауна санатан. Сказал, 40 лет. Кала абейту. Сказал, я опять воздержался, ничего не сказал на это. Сумма, сказал Кааль, затем сказал, сумма юнзилу Аллаху мина сама имаан фаянбутуна кама янбутуль бакр. Сказал, затем, после первого дуновения, Аллах Субханаху Атали не спошлет с небес воду, то есть дождь сильный, и начнут они расти или взрастить, то есть взрастит людей подобно тому, как взращивают овощи. Лейса миналь инсани шейун илля ябля илля азман вахида. В то время как человек полностью истлеет, и ничего от него не останется, кроме единой косточки. Вахуа аджбу занаб. И это вот, да, хвостовая кость, или как сказать, основание хвоста, копчик имеется в виду. Да, копчик, кроме копчика ничего не останется. وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. И сказано, и из него Аллах сотворит или начнет творение в судный день. Скобчик снова. Угу. Угу. Да, да, это есть, есть такое. Да. Да. Да, да, да. Да, это иншалла достоверно. То, что этот дождь, он будет либо подобен, либо как мужское семя. Либо этот, да, что, ну, то есть вот такой будет, не как дождик такой. Этот. Не как вода, да. Не как вода, которую мы привыкли. Да, это достоверно. Если. Таир. И поэтому Аллах Субханаху Атали говорит, Фисурати. Так, нуфиха фисури нафхат аль-бас. Второй раз будет продуто в рог, это уже будет дуновение воскрешения. Поэтому Аллах говорит, файдахум кьямун янбурун. И вот они уже стоят. После дождя, после того, как Аллах совершенно видным предал, выведет их из земли, вот они все встанут снова. И Аллах говорит, фаджама'нахум джама'а. И мы соберем их истинным сбором, великим сбором соберем их. Вот оно пригодится нам еще. Смотрите, в арабском языке тоже есть такой метод. Фаджама'нахум джама'а. Допустим, вот когда ты говоришь человеку, самый легкий пример, допустим, дарабтуху дарбан. Я дарабтуху, я ударил его дарбан. Имеется в виду, я ударил его, действительно ударил, сильно ударил. Вот как нужно ударить, так ударил. Потому что если ты скажешь просто дарабтуху, я его ударил. Непонятно, как ты его ударил. Дружески ударил кулаком там. Или просто там леща его дал, да, или еще. То есть неясно, если ты скажешь дарабтуху дарбан, это придает усиление этому предложению, смысл этого предложения, усиление. То есть я действительно его ударил, я сильно его ударил. И вот так они применяют. Или, допустим, фахимтуху фахман. Я понял, вот точно понял, должным пониманием понял, должным образом понял. Вот так. И арабы так используют. То есть говорят глагол, а потом мастер его. Не только фаджр во многих. Ваюсаллиму таслима. Допустим, даккандакка, что ли, где фаджр приходит? Вадуккатиль арду даккандакка, да? Софтан софа это халь. А вот вадуккатиль арду даккандакка, там да. Это приходит, да. Хуббан джамма, на ватухибун альмаля хуббан джамма. Сильной любовью. То есть вы не просто любите, а вы любите сильной любовью ее. То же самое, допустим, можно просто сказать «Ана ухиббуха», допустим, про человека. Да, я люблю ее. А можно сказать «Ана ухиббуха хубба». Я очень ее люблю. Я ее люблю вот по-настоящему. Люблю всем сердцем, грубо говоря. Вот чтобы придать вот этот смысл предложению, арабы к этому глаголу «Ухиббу», «Афхаму», «Арджиу», «Ауду», любому добавляют его же «маздар». Маздар этого глагола, что вот. И вот Аллах Субханаху Атали тоже применяет этот услуг. Говорит джамаа, то есть собрать. Но не просто говорит фаджамаанахум, и мы соберем их. Нет, говорит фаджамаанахум джамаа. И мы соберем их истинно с великим сбором. Почему? Шейх объясняет и говорит, ай джамаана аль-халаик. Соберем их, то есть кого? Аль-халаик, то есть все творения, без исключения. Ай джам'ан азиман, великим сбором, говорит. Фа хаза аль-джам'у яшмалу аль-инсу валь-джин.
الإنس والجن والملائكة والوحوش وجميع الدواب. Почему это сбор великий? Да потому что этот сбор включает в себя как людей, так и джиннов. И даже ангелы с небес будут вместе с людьми и тоже будут собраны. Даже они. И диких животных, и просто все живые существа. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «Вама мин даббатин филь арды, вала таирин ятыру би джанахейхи, илля умамун амсалюку». Какое бы живое существо не было, какое бы животное не было, будь то это на земле, или птица, которая летает на своих двух крыльях в небе, все они являются сообществами, подобными вам. То есть все они являются общинами или сообществами, подобными вам, людям. И мы действительно это видели также, либо читали об этом в книгах, либо там где-нибудь Discovery и так далее, смотрели, что волки, допустим, у них свои понятия, там свои законы и так далее, муравушки тоже самое. То есть все они вот созданы вот такими сообществами. Подобно людям, у людей тоже свои понятия, свои законы, по которым они живут, свои принципы и так далее. У животных также. Есть там матка, есть кто-то, у пчел, допустим, тоже, там своя королева, свои эти охранники и так далее, кто охраняет улей. То есть вот они тоже вот так же живут своей жизнью. И вот Аллах об этом в Коране сказал: «Илля умамун амсалюкум». Аллах об этом сказал в Коране. Люди в наше время, ученые, что? Только сейчас к этому приходят и говорят: «А посмотрите, как вот оказывается вот так, и эти тоже оказываются вот так, и эти тоже оказываются вот так». Арабы, бедуины в пустыне, у которых ни телевизора Discovery не было, ни энциклопедий никаких не было. Читая Коран, это и так знаю. Потому что Аллах сказал: «Илля умамун амсалюкум». Подобные общинам, как вы. Подобный вам. И говорит: «Ма фарратна филь китаби мин чейин». И мы не скрыли в Писании ничего. Имеется в виду либо в Писании, в Коране. То есть нет упущений, изъянов и недостатков никаких. Все его законы совершенны. Либо имеется в виду в Писании, что в хранимой скрижали. Ничего не упустили. Все, что до судного дня будет, все записано в хранимой скрижали у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Все. А затем, то есть Аллах все это в хранимой скрижали записал, «Сумма иля роббихим юхшарун». А затем все они, все животные, как мы сказали, птицы, все они будут собраны у Аллаха. И поэтому мы сказали: «Ва джама'нахум джама'а». И мы соберем их великим собранием, имеется в виду их всех, как на это указывают другие аяты тоже, которые мы выше привели. Что сказано? Как врача? Да, «Хушан абсар». «Аджидафи». «Аджидафи» — то есть «кубур». Чарадун. Монтешер. Да. А вы видели хоть раз, как этот, вот как саранча? Да. Видели? Нет, это вот они прям как волны в море. Когда вот их много, они прям как, и ты смотришь, субханаллах, аннахум чарадун. Нет, в Мекке это 2-3 сидит у тебя там на мраморе, и все, возле куполов, грубо говоря. Этот. А когда вот они прям как волны, вот посмотрите, введите видео. Этот каннахум чародан, как будто это рассыпавшаяся саранча. Вот они, ты не видишь там, песка под ними не видишь. Они вот так... Это. Да, и Аллах Субханаху ва Тааля так и сказал: «Хушан абсаруху, притупленные взоры, яхруджуна миналь аджидас». Выйдут из своих могил, каннахум чародан, подобно саранча. Все понесутся, не зная куда, не зная этот вот. Ну, об этом мы говорили в серии сура Кама. Да. Шейх хочет подчеркнуть, что говорит: «Куллюль халяк». Все творения будут тогда там. Все творения будут собраны. Почему это собрание великое? Потому что все будут собраны. «Хаттал маляйка» — и даже ангелы. «Маляйкату сама» — ангелы на небесах. «Камакаля субханаху». Ангелы, которые на небесах, также спустятся и будут вместе. Аллах сказал: «Ваджаа раббука валь маляку соффан соффа». И вот явится твой Господь и ангелы рядами рядами. Шейх говорит: «Я ляху мин машхадин азы». То есть насколько это великие события, великое, да, невозможно представить, как субхану, все, что есть, даже Аллаху Акбар. Аллах велик, Аллах самый великий. Смысл этого: «Ваджа роббука валь маляку саффан саффа». Либо имеется в виду: «И явится твой Господь, придет твой Господь, и ангелы будут стоять, выстроившись рядами уже». То есть Аллах придет, и ангелы, потому что вот это вау, у него два смысла есть. Либо это халия, то есть показывает состояние ангелов на момент прихода Господа, каково будет их положение, и халь какой будет. Либо она атифа, то есть как союз используется. Придет Аллах, и придут ангелы.
Аллах придет, и ангелы тоже придут и выстроятся рядами. Либо придет Аллах, а ангелы уже будут стоять, выстроившись рядами перед ним. Мафхум? Два смысла есть. И некоторые толкуют этот аят, если вы даже тафсиры на арабском посмотрите, сказано «Ваджаа Раббук», и придет твой Господь, и как тафсир делал, говорит «Амру Раббик», придет веление твоего Господа. Мы говорим, а почему? Исходя из чего вы делаете такое толкование, что придет веление Аллаха? Они говорят, потому что мы не можем сказать, что Аллах придет. Если Аллах придет, получается, как человек придет, что ли, и так далее. То есть о шариитских, матуридистских тафсирах часто так сказано. Эй, амруху, сказано. Имейте в виду его веление. Мы говорим, нет, какой у вас далиль? Они говорят, далиль — слова Всевышнего Аллаха в суре Нахль. В первых аятах суры Нахль, где Аллах говорит, «Ата амруллахи фалята стаджилю, субханаху ата'аля амма йушрикун». Придет веление твоего Господа, не торопи же его. Имеется в виду судный день. Вот же сказано, придет веление. Мы говорим, да, там сказано веление, мы и говорим веление. Разные вещи. Конечно, разные вещи. Придет, и вот это отличительная черта ахли сунна от ахли бида. Когда понимаем, мы, да, во-первых, нет, не только понимаем, как есть, а во-первых, когда ахли бида толкуют и говорят то, что мы иногда тоже говорим, да, в аятах сообщается, что придет веление. Но мы, когда об этом говорим, когда истолковываем это, мы не говорим то, что мы не отрицаем то, что сам Всевышний Аллах тоже может прийти. А они, когда говорят, что придет веление Аллаха, они говорят, нет, Аллах сам прийти не может. Отрицают вот это качество, наджи, приход его. Отрицают. Мы говорим, мы не можем это отрицать, потому что Аллах в Коране об этом явно заявил. О себе сам сказал. Как мы скажем, нет, Аллах, ты, наверное, не знал, ты имел в виду не ты придешь, а твое веление придет. Ты же в другом аяте сказал про веление, мы говорим, мы оба аята верим. Как в первом аяте сказано веление, так и верим во второй аяте, сказано, что Аллах Субхану ва Тааля сам придет. И первое толкование этого аята является опровержением вот этим ашаритам, матуридитам. Как Аллах сказал, «Ваджа ароббуке валь маляку», и придет Аллах, и ангелы тоже придут. «Э маляку таджи». То есть, если мы говорим «веление Аллаха», то получается и «веление ангелов», что ли? Придет «веление Аллаха» и «веление ангелов». А «веление ангелов» при чем? Приказ ангелов, как это вообще? То нет, несовместимо, не получается собрать. Нет, Аллах придет, явится. Как? Как? Так, как подавает его величию, да. Так, как соответствует его божественной сущности. Придет. Аллах, мы не знаем, как. Если мы спросим «как», мы будем как те, кто во время имама Малика спросил его, как он вознесся на трон. Как? На что имам Малик сказал, спрашивать об этом беда. Сказал, уберите этого бедачка. Выведите из его мечети. Таир. Ваджа ароббука валь маляку соффан соффа я лаху мин машхад азим Аллаху Акбар. На. В следующем аяте, в сотом, Аллах Субханаху ва Тааля говорит, ва арадна джаханнама яума изин лиль кафирина арда. И мы покажем джаханнам, то есть ад, в тот день лиль кафирин, для неверующих, ардан, открыто. Опять же, смотрите, почему я вам это правило сказал. Джама'на джам'ан, арадна ардан. Не просто покажем, а явно представим перед ними, вот так. То есть открыто покажем для них, явно. То есть, что они вот четко, явно, без всяких преград и замутнений увидят его перед собой. И вот Аллах говорит, «Уарадна джаханнама яума идин лиль кафирина арда». И мы покажем, представим перед неверующими в тот день джаханнам. Открыто и явно это будет. «Арадна», шейх объясняет, говорит, слово «араднаха», то есть «ай араднаха ляхум фатакуна амамахум», то есть так, что они увидят его перед собой. «Аллахума аджирна минха». О Аллах, убереги нас от огня. Прибегаем к тебе за защитой от огня. Иногда, субханаллах, то есть для чего это делать? Чтобы люди увидели. Вот иногда бывает, вот может быть в детстве и так далее, человек стоит, допустим, пусть будет с вышки, допустим, в бассейн прыгает, и вот так смотрит вниз, и вот он перед ним. Думает, ничего себе. Кто-то разворачивается, уходит, так ведь кто-то там собирается с волей, прыгает все-таки. Туда, или еще какой-нибудь вот такие, когда человек видит, или там, не знаю, элементарно какие-то американские горки смотрят, там, ох, на 180 градусов вот так. Ничего себе, что у него от одного вида только дух захватывает. И вот чтобы он увидел, и вот точно так же, что будет представлен огонь, чтобы они увидели, куда их ведут. Сначала посмотрели на это, на эту картину, а там уже нельзя развернуться и уйти. Аллах мустан. Поэтому, шейх, пусть Аллах убережет каждого.
Джаханнам, Аллах сказал, Джаханнам, исма мин асма и нар, одно из имен ада. Иногда Аллах говорит нар, огонь, иногда говорит Джаханнам, иногда говорит Джахим и так далее. Ардан, видите, опять же, и мы представим их, мы сказали, открыто, явно. Исходя из чего мы такой перевод делаем, почему мы говорим открыто, явно? Исходя вот из такого услюба арабского языка, методики арабского языка, когда арабы употребляют какой-то глагол, а потом подкрепляют его мастером, мафульмутляк называется, то это вот несет в себе усиление смысла. И вот шейх это и говорит. Яни ардан азима, то есть явно великим, это будет великое представление. Вот, смотрите, что ждет вас. Валидалика нукер. Яни ардан азиман татасакату минхуль кулюб. То есть таким представлением, от которого то есть сердца в пятки уходят. Ва мин аль-хикма фи ихбари Аллахи азза ва джалла бидалик. А для чего Аллах субханаху ва тааля это говорит? Да почему он, в чем мудрость того, что он сообщил это? Ан юслиха аль-инсану ма байнаху ва байна Аллах. Чтобы человек, субхана, если это будет так, а это так и будет, потому что слова Всевышнего Аллаха это истина, и он самый правдивый, для того, чтобы человек постарался исправить свое взаимоотношение с Аллахом, чтобы человек исправил то, что между ним и между Аллахом, субханаху ва тааля. Ва не хафа мин хаза аль-йом, чтобы устрашился этого дня. Ва не стаида ляху, чтобы готовился к этому дню. Как готовился? Ислам. Портфель собирал? В рюкзак, дневник, книжки. Что? Как готовился? Хорошими делами. Хорошими делами. Хорошие дела как? По степени веления Всевышнего самое большое хорошее дело какое? Поклонение единому Аллаху. Таухид. Вот, вот, значит, это вот как ребенок собирает портфель, вот мы сказали, человек готовится к школе, берет что самое, дневник. Так же, все, дневник, если забудешь, все, учитель скажет, а голову ты дома не забыл и так далее. Чтобы вот это не выслушивать, первое, что дневник. Затем, что какие-то учебники, допустим, математика. В более важный обязательно надо сунуть и так далее. И уже последние там контурные карты какие-нибудь, если поместится, сунет, не поместится, не сунет, так же, не говоря уже о сменке. Ну, может, возьму, может, не возьму. То есть человек готовится к школе, так? Так. То есть по мере, то есть складывает предметы по мере, то есть актуальности их. Так же, вот точно так же здесь. Если человек готовится к судному дню, в первую очередь, я, ну, извиняюсь, инсахатель айбарат, если так можно сказать, в первую очередь дневник суй, что таухид. Таухид, таухид, все. Без таухид не пустят вообще в школу тебя. Потом что? Важные предметы. Уже этот намаз, ураза, закят и так далее. И вот так потом уже что и до сменки дойдешь, иншалла. Просто, чтобы ясно было. Просто для понимания, субхану. Вот. То есть человек готовиться должен. Должен побояться и готовиться. Уан юсав уранас сахо. Должен все время представлять себя. Вакянна хутахта кадамейхи. Что он вот уже смерть. Вот она, уже, да, под носом, можно сказать. У ног уже стоит. Камахаля Саддик, как говорил Абу Бакр, передается от него, рады Аллаху анху. Как Абу Бакр звали? Абдулла ибн? Только что сказал. Хорошо, Абу Сары сына как зовут? Усман. Как звали? Абдулла ибн Усман. Абдулла ибн Усман. Главное, не четвертого халифа, да? А сына Абу Сары. Валлаху аль-мустаан. Он часто говорил: «Куллуна мусаббахун фи ахлихи, вальмауту адна мин шираки на'лихи». Каждый из нас встречает утро со своей семьей, а смерть ближе к нему, чем ремешок его сандалий. Ремешок сандалий где? Вот взгляд опусти, и все, вот он у тебя. Он сандаль лежит, тут ремешок. Даже если снял я его. Так же. Вот он рядом всегда. И вот он и говорит, каждый из нас просыпается, да, великие планы у него там наполеонские. Сегодня то сделаю, то. Вальмату адна меньшираки на алихи. А смерть что постигает ближе, чем ремешок его сандалий. Фатасаввур хаза. Так представь это, говорит шейх. Представь, так же сколько раз было. Сидишь, тебе просто телефонный звонок, говорит, все, такого нет. Ушел. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. А мы все принадлежим Аллаху. И все к нему вернемся. Независимо от возраста, независимо от, даже независимо от вероисповедания. Однако что? Как Аллах сказал, из них будут счастливы, из них будут несчастны. Амма ал-ладина су'иду фа фил джанна. Те же, кто будет счастлив, в раю.
وتصور أنه ليس بينك وبينه إلا أن تخرج هذه الروح من الجسد. И пойми, говорит, и представь, что между ним и между тобой, между Всевышним Аллахом, между тобой, единственное, что? Это то, что твоя душа будет выведена из твоего тела. Вахейна идин янтахи куллю шейн. А вот тогда все прекратится, все. Ангел смерти приходит, забирает, и все. Этого надо бояться, этого надо страшиться. Почему Аллах Субханаху ва Тааля сказал в тот день, мы представим? Чтобы мы это знали, что для неверующих будет уготовлен огонь, и он будет представлен, прежде чем они будут введены в него, то есть показаны. Чтобы не быть из их числа, нужно Субхану исправлять свое положение. Как исправлять, мы сказали, готовиться. Как готовиться, мы сказали. Так же? Таиб. Далее Аллах Субханаху ва Тааля говорит в 101 аяте суры Аль-Кахф: «Аллазина канат а'юнухум фи гитаин ан дзикри ва кану ля йастати'уна сам'а». Перед этим Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «И будет представлен для неверующих огонь явно и открыто в тот день». И сказано: «И тем, глаза которых «Аллазина канат а'юнухум фи гита». Те, говорит, глаза которых были под покрывалом, то есть отделяла которых какая-то глаза которых отделяла покрывало от поминания моего, говорит Всевышний Аллах, от поминания меня или от поминания моего. Вакану ля ястатиуна сам'а, и они не могут услышать его. И они не могут услышать, они не могут слышать. Описывая неверующих, Аллах говорит, аль-ладин, то есть неверующие являются таковыми, что их глаза покрыты пеленой. И глаза покрыты, их от поминания Всевышнего Аллаха отделяет какое-то покрывало. И они не могут услышать. Объясняйте слова, шейх ибн Усаймин говорит, قوله تعالى, слова Всевышнего Аллаха, كانت أعينهم في غطاء عن ذكري, и глаза которых были под покрывалом от моего поминания, هؤلاء الكافرون, то есть имеются в виду неверующие, كانت أعينهم في غطاء عن ذكري الله, это их глаза были под пеленой от поминания Всевышнего Аллаха. «Ля янзуруна иля зикри ля». Они вообще не обращались и не смотрели в сторону поминания Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Как поминание, то есть когда человек поминает Всевышнего Аллаха, помнит его в сердце всегда и на языке тоже помнит «Субханаллах, альхамдулилля Аллаху». Также и поминание имеется в виду, которое не спасла в Аллах. Это зикр Кур'ан. «Уанзальна илейка зикр». И мы не спасали тебе зикр, поминание. وقد ذكر الله تعالى فيما سبق في نفس السورة أن على قلوبهم أكنة. И вот в этой же суре, в 57-м аяте до этого мы уже разбирали и читали, что Аллах говорит относительно неверующих: على قلوبهم أكنة, а на их сердцах пелена. جمع كنان. أكنة. Поэтому говорит шейх: فالقلوب والأبصار والأسماع كلها مغلقة. Как их сердца, так и их взоры, так и слух, все это у них мугляка. Что значит мугляк? Закрыт. Закрыт. وَكَانُ لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعَا. И они не могут слышать. Аллах говорит, и они не могут слышать. Шейх спрашивает, هَلِ الْمُرَادُ لَا يُرِدُونَ. Что имеется в виду, не могут слышать? Не хотят слышать. كَقَوْلِهِ, так подобно тому, как слова Всевышнего Аллаха, هَلِ يَسْتَطِعُ رَبُّكَ أن ينزل علينا مائدة من السماء. Когда спросили у Иса алейхиссалям хавариюн, его апостолы, сказали: а может твой Господь низвести на нас трапезу, то есть полный стол с продуктами с небес, накрытый стол? Айхаль юрид, имелось в виду под их вопросом, не имелось в виду, способен ли он на это, может ли он, имелось в виду, а не захочет ли он, не соизволит ли он? То есть, если ты его попросишь так сделать. Mm-hmm. Из этого мы что понимаем? Что иногда, когда говорится «может», имеется в виду «хочет». Mm-hmm. Под «может» имеется в виду... И мы в русском тоже там говорим, допустим, если я скажу: «Брат, можешь мне минералки налить?» Mm-hmm. Я знаю, что ты можешь, я не спрашиваю твоей способности. Имеется в виду, не соизволишь ли, не захочешь ли ты это сделать для меня. Мафум? Mm-hmm. То есть, в русском языке мы тоже так употребляем. То есть, «может». И вот здесь то же самое. Шейх говорит, этот смысл имеется в виду, под «может». И они не могут слышать. Шейх говорит, имеется в виду, не хотят слышать. Или ауильмана аннахум ля ястатигуна сам'ан. Или же смысл то, что они действительно не способны слышать. Ай
сама иджаба, валяйся сама идрак. Имеется в виду слышать, услышать, значит ответить, то есть не смогут ответить на это, а не то, что не смогут услышать, то есть постичь звук. Смотрите, иногда подслышать имеется в виду захотеть. Это мы поняли, да, примеры привели. Иногда подслышать имеется в виду ответить. Как, допустим, мы говорим, о, Аллах, ответь, услышь наши мольбы. Кто-то из... Мы просим Аллаха, подняли руки, просим Аллаха о чем-либо и говорим, о, Аллах, услышь наши мольбы. Имеется в виду что? Ответь на наши мольбы, так ведь? Потому что раз уж мы подняли и просим, да мы уверены 100%, что Аллах слышит. Мы в этом не сомневаемся, что Он постигает звуки эти. Однако мы имеем в виду ответь. Да, что под услышь, ой, под что? Имеется в виду, да, под услышь имеется в виду ответ. Или когда мы говорим «Сами Аллаху лиман хамида», когда с рукой поднимаемся, что имеется в виду? Имеется в виду «Аллах, ответь же тому, кто восхваляет тебя». Смысл слов «Сами Аллаху лиман хамида» не просто мы утверждаем «Аллах слышит», нет, имеется в виду «Ответь же тому, кто восхваляет тебя». «Ответь же тому, кто восхваляет тебя». То есть услышь того, а под услышь имеется в виду ответ. И вот шейх и говорит, что здесь имеется в виду? То, что они не смогут слышать. Имеется в виду, не захотят, не хотят слышать. Или имеется в виду, что они не смогут ответить. Они не смогут, то есть, предоставить результат должный на то, что они услышали. Шейх говорит, аль-джаваб яхтамилю ль-маана яйн джамиан. Ответ говорит, оба смысла приемлемы, оба подходят, не противоречат, откуляк, киляк, махав, оба известны. То есть как они не хотят слышать эту истину, когда ты им доносишь аяты, хадисы приводишь, не хотят они ее слышать. Точно так же, что не смогут на нее ответить. Да, услышат, они слышат, то есть физически, как Аллах Субханаху ва Тааля описывает же в Коране, как мунафиков, когда они выходили с мечети пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, они слышали, они не глухие, но выходили друг на друга, смотрели, «Маза каля анифа?» Что он сейчас говорил? То есть не понимали, что он сейчас говорил. И что? В этом также опаска на что, что человек, если он не понимает, тяжело ему дается и так далее, знания, не всегда, но, то есть он должен просить понимания. Понимание надо именно просить, потому что не понимают лицемеры. То есть язык, Аллах лишает понимания лицемеров. Поэтому пророк, саллаху алейхи ва саллям, сказал, «Мен юриди ляху бихи хайран, юфаккиху фиддин». Тот, кому Аллах желает блага, тому он даст понимание религии. Если ты не понимаешь, значит, субханаллах, возможно, Аллах не желает тебе блага, если ты не хочешь понимать, не стремишься к этому. И вот так ходишь просто, что там говорили, а, не знаю, давай дальше деньги зарабатывать и так далее. Давай туда устроимся, сюда устроимся. А к знанию не стремятся никто. Валлаху аль-мустаан. Тайб. Шейх говорит, оба смысла приемлемы. Оба смысла приемлемые. Сколько начнем? Еще один аят возьмем? Ничего, недолго давайте, чтобы полноценно был. В следующем аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит, в 102 аяте. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Говорит, неужели полагают те, которые не веруют, то, что они сделают моих рабов, помимо меня, себе покровителями? То есть возьмут моих рабов, кого-либо из моих рабов, помимо меня единого, себе покровителями и помощниками, аулия, сделают их. Аллах говорит, «Инна а'тадна джаханнама лиль кафирина нузуля». И мы уготовили джаханнам. А что такое джаханнам, только что мы говорили? Огонь. Один из названий огня джаханнам. Мы уготовили огонь для неверующих, как нузуля. Нузуля, мы дальше скажем, два смысла у него. Либо как обитель, в котором они будут, либо как что? Какое-то преподношение, какой-то подарок. Сейчас скажем, почему. Аллах говорит, афахасиба, начинает это таяться слов афахасиба, ай, афаванна. То есть неужели они думают, неужели они предполагают, считают, аллазина кафару, айяттахизу ибади мин дуни аулия, неужели считают те, которые не веруют, то, что они сделают моих рабов, помимо меня, себе покровителями, манхум айбадуху, а кто является рабом Аллаха субханаху ва тааля? Аль-джаваб, ответом сура следующая, куллю шейин фахуа абдуллах. Все,
что есть на этом свете, все это является рабом Аллаха Субханаху ва Тааля. Все, кто есть, все являются рабами. Аллах Субханаху ва Тааля в суре Марьям говорит: «Ин куллю ман фис самавати валь арди илля ати ар-рахмани абда». Все, что на небесах и на земле, в судный день явится к милостивому только в качестве раба, в виде раба. «Уамани ллази тухида валия мин дуни лля, ай убида мин дуни лля». Да кто же тот, кого могут взять покровителем и помощником, помимо Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, шейх говорит, то есть будут поклоняться кому-то, помимо, кто это? Шейх Аль-Джаваб. Ответ он служит следующее: «Убидатиль малаика». Поклоняются, говорит, ангелам. Поклоняются или нет? Есть. «Ва'убидати русуль» – поклоняются посланникам. «Ва'убидати шанс» – и поклоняются солнцу. «Ва'убидаль камар» – и поклоняются люди луне. «Ва'убидати ашджар» – поклоняются деревьям. «Ва'убидати ахджар» – и камням каким-то. «Ва'убидати бакар» – и даже коровам поклоняются. «Нас алюллах аль-афия» – просим Аллаха благополучия. «А шайтана я'тибна адам мин кулли тарик» – посмотрите, шайтан подходит к людям с разных. Посмотри, солнце, оно такое великое, яркое, светит, тепло дает. Почему бы не поклоняться к одним? Повелся, начал. Ко второму посмотри, луна там освещает, так далее, путь показывает, все от нее зависит, так далее. Начал поклоняться, обожествил или посчитал, что от нее что-то зависит, и так далее, и тому подобное. Также и деревья, и камни какие-то, и даже корова. И даже корова. Шайтан с разных сторон подходит. Поэтому Аллах сказал: «И неужели считают неверующие то, что могут сделать моих рабов», а под рабами мы сказали, имеется в виду все, что помимо Всевышнего Аллаха, помимо меня, себе покровителями, то есть все то, чему поклоняются помимо Аллаха, поклоняются всему. «Миндуни аулия», помимо меня, себе аулия, покровители, «ай арбаба», то есть господами, «ядуунахум», которым они будут взывать, «вайстагитуна бихим», которым будут обращаться в тяжелых ситуациях, «вайансауна уляят Аллах», и забудут покровительство Аллаха, Азза ва Джалля. «Яни аязунну хаулай ладзина фаалю залик аннахум юнсарун». То есть Аллах говорит, как будто бы хочет сказать, неужели подобные люди, которые взяли себе кого-то из рабов Всевышнего Аллаха, помимо него, покровителями, помощниками аулия, неужели они думают то, что им будет оказана поддержка и какое-то покровительство и помощь? Аль-джаваб ля. Ответом, конечно же, нет. Ля юнсарун. Не будет им оказана помощь, говорит шейх. «Уаман зонна залика фаху мухаббалин фи аклихи». Тот, кто так считает, у него что, какое-то помутнение разума. То есть он немножко, то есть не понимает вещей. И поэтому Аллах и говорит: «Инна а'тадна джаханнама лиль кафирина нузуля». И воистину мы уготовили огонь для неверующих, как нузуль. Арабское слово «нузуль». Давайте его смысл разберем, станет ясно. «Яани анна Аллах азза ва джалля хай аннар». То есть Всевышний Аллах уготовил огонь, приготовил огонь «нузулян лиль кафирин», как «нузуль» для неверующих. «Вамана нузуль» – вот это арабское слово, на которое заканчивается этот аят, слово «нузуль». Его смысл «вамана нузуль» – «ма юкаддимуху сахибуль байт литтайф». То, что готовит хозяин дома для своих гостей. То есть гости приходят с гостинцем, а хозяин их встречает с чем? Ну, с каким-то подношением, каким-то угощением, каким-то подарком. Вот это называется нузуль. То есть арабы вот такие вещи называют нузуль. То с чем, то есть угощение какое-то и так далее. Это одно из значений слова нузуль. «Ваяхтамиль ан якуна бильманль манзиль». И также, говорят, под нузуль может иметься в виду манзиль, то есть обитель, место пребывания. Тоже два смысла. «Вакиляхума сахих». Оба эти смысла правильные. «Вагум назилюна фиха». Потому что они, неверующие, будут пребывать и обитать в огне. Поэтому Аллах говорит, мы сделали джаханнам для них местом пребывания и обителью, нузулян. Можем так понимать. Но также что? «Вахум юатауна га кааннаха дияфа». И также этот огонь будет предоставлен им как подарок, как угощение. «Ваби сатид дияфа». И как же скверен этот подарок, как же скверно это угощение. То есть подарком для вас будет огонь тогда. Вот в каком смысле? Подарок в кавычках, конечно. То есть, поэтому смысл слов «инна а'тадна джаханнама лиль кафирина нузуля», то есть мы уготовили огонь для неверующих как, либо как обитель, в котором они будут пребывать, либо как подношение. Знаете, вот, вот это будет ваше угощение, вот оно, вот ваш подарок, да.
نسأل الله العافية والسلامة. اللهم أجرنا من النار. ما يتم إن شاء الله أستمنصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الخير.